Победа Азербайджана в Отечественной войне открыла новые возможности для развития всего региона. Баку намерен и дальше продвигать мирную повестку. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на церемонии открытия недели дипломатии в университете АДА. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что азербайджанская сторона еще в начале этого года предложила Армении подписать мирный договор. Азербайджан уже долгое время предлагает начать процесс делимитации границ. Все наши предложения основаны на международном праве. Мы добиваемся открытия транспортных коммуникаций. Это даст толчок развитию транспорта и экономики. Таким образом, в регионе может быть обеспечен долгосрочный мир и процветание. На неделе дипломатии мы должны говорить и о преступлениях, совершенных за время 30-летней армянской оккупации. Наши территории были заминированы, уничтожена государственная и частная собственность, нанесен урон экосистеме. Да, мы миролюбивое государство, миролюбивый народ и смотрим в будущее. Однако это не значит, что мы должны забывать прошлое и не извлекать из него уроков. Процесс делимитации границ будет сложным и займет немало времени, отметил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Дипломат заявил, что дата и место проведения следующей встречи пограничных комиссий двух стран еще неизвестно. В базовых принципах, которые мы предложили, нет ничего неприемлемого для Армении. Такое мнение озвучила и сама армянская сторона. Этот подход и дипломатическая активность были позитивно оценены со стороны ведущих стран. По инициативе президента Совета Евросоюза было проведено несколько встреч между лидерами Азербайджана и Армении. К сожалению, в армянском обществе до сих пор есть группы, выступающие с реваншистскими идеями, но есть и люди, мыслящие иначе. Серьезные подвижки в вопросе подписания мирного договора отсутствуют по вине армянской стороны, продолжил дипломат. Джейхун Байрамов подчеркнул необходимость соблюдения международных принципов для обеспечения мира в регионе. Говорил министр и о восстановительных работах в Карабахе. Для ознакомления с работами по реконструкции на освобожденных землях участники недели дипломатии посетят культурную столицу Азербайджана, город Шуша. Шамистан Мамедов, Фарид Лачинов, CBC.